Законодательное собрание региона пересмотрит условия государственной поддержки красноярских фермеров. Как сообщил председатель комитета по делам села и агропромышленной политики Всеволод Севастьянов, сейчас правила оказания помощи таковы, что под требования в основном попадают крупные хозяйства. Тем временем в крае очень много небольших фермерских угодий, которые производят качественные продукты в небольшом объеме, но готовы развиваться. Также на заседании комитета будут обсуждать создание межведомственной комиссии по вопросам комплексного социально-экономического развития сельских территорий. Задача краевых властей – сделать так, чтобы в районах, кроме сельхозпроизводств, развивались также сферы культуры, отдыха, здравоохранения и образования. Заседание комитета, на котором будут рассмотрены все эти вопросы, намечено на 28 января.